Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Номер недоступен. Ты сидела за барной стойкой, вместе странным и инфернальным. Ты казалась и хрупкой, и стойкой в этом свете фантомно-янтарном. Ты внимательно смотришь на сцену, ты прекрасна в своем единении. В тебе грация кошки-пантеры, что танцует внутри отражений странных образов мира, что везде и нигде, словно призрак. Есть в моем кармане один стих. Он пока не окончен, но, видя ваши аплодисменты, я его прочту. Даруя жизнь, но укрывая счастье, играя в паранойю каждый день, агония любви ведет к безвластью, но бег от боли и порочной страсти агонии тоски рождает тень. Какая прелесть! Да, подарил в честь нашей помолвки. А эта тень, оскалившись, смеется, рождая смехом только гнев и страх. Твой путь всегда был обречен на крах. Его нельзя пройти, он просто прах. Мгновений одержимости без солнца. Дамы и господа, благодарю, что одарили меня вашим присутствием сегодня в гриль-бар-пар. С вами был я, Артур Зеков. Артур! Вы так любезно предупредили каждую из нас о переносе вашего выступления в магии. Магия всегда происходит в нужном месте и в нужное время. Артур, добрый вечер. Я хотела бы попробовать закончить ваше стихотворение. Что, простите? Это с детства. Однажды я написала стихотворение своей маме, вышло довольно нелепо. Так и... а с чего же вы взяли, что в этот раз выйдет по-другому? И я начала изучать лирику разных авторов. Но лишь ваши стихи помогли мне вспомнить то, к чему лежит моя душа. Все вокруг, они постоянно говорят мне, меня что... Меня не интересует, что именно вам говорят. Прелесть моих выступлений в том, что они заканчиваются так же внезапно, как и начались, исчезая подобно фантомам. Но я внимательно читала ваши стихи. Последний. Он отличается от вашего стиля. Как будто бы его писали не вы. Я будто в нем узнала себя. Может быть, поэтому я и не хотел его заканчивать. Написал накануне этого вечера. Странный сон. Бегло набросал свои впечатления, но сон резко оборвался, поэтому буду ждать продолжения. А о чем был ваш сон, Артур? А вы сама наглость или наивность? Часто слышу и то, и другое. О прекрасной нимфе. Невесте? И фантоме. Вам известна легенда о нимфе Аметис? Нимфа, которую едва не совратил бог вина Дионис? Верно, Диана. Но не только вина. Но еще и театра. Странно, что вы не упомянули об этом. Вы знаете мое имя. Запомнил.
Мне редко кто пишет столько писем на e-mail. Тем более, ваш стиль общения в реальной и виртуальной жизни мало отличается. Так вот, богиня Артемида оберегла нимфу Аметис от посягательств Диониса. Дабы не гневить Зевса, она превратила ее в аметист. Цвет камня в точности соответствует вашему наряду сегодня. Только не превращайтесь в каменное изваяние, пытаясь следовать правилам там, где этого не требуется. Иногда ответы буквально написаны на вас. Жду продолжения, Диана. Надеюсь, сейчас я свободен. Артур, мой стих. Оцените. С нетерпением, что нашей встречи на поэтическом вечере. Не устану повторять, что вы обладаете уникальным стилем. Я писала стихи и свет от свечей. Он усыпил меня. Никто меня не вправе осуждать. И я, как нимфа, сила аметиста магическим ключом шифрует числа. Кому? Кому ты написала эти стихи? Тём, ты одержим этой идеей. У тебя будто ритуал такой. Нет настроения, значит, я сходила налево. Этот сон. Он был такой реалистичный, что я почти поверил в это. Какой сон? Ты всегда найдешь причину. Переписка по работе или то, что я взяла трубку со второго раза. Тём, если бы я хотела бы, давно уже ушла. Я просто переживаю. Переживаю я, что все никак не услышу звуки марша из пьесы «Сон в летнюю ночь». А я ее репетирую в театре. Ты даже не знаешь, что я чувствую, когда... Какого марша? Какого марша? Марш Мендельсона был написан для пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», которую я репетирую в театре. Но ты... Ты даже меня не слушаешь. Хотя... Знаешь, я заставлю тебя послушать. Ты опять? Давай не будем. Ты
Ты был другим. Когда тоже писал. Вот что ей нужно. Деньги. Собственный дом. А как же наша съемная квартира? А как же мы? Фантому сна, кольцу дарую власть, а став невестой, сон смогу украсть. Ненавижу. Я все равно выясню всю правду. Кому ты написала эти стихи? Тём, ты одержим этой идеей. Чтобы проникнуть в жертвы подсознания, отдай, что нимфа жаждет более всего. Оно же станет сладким наказанием, ибо раскроет таинство того, что скрыто силой аметиста. Тот дар преподнеси в магических руинах, где альфа и омега на вратах. Четыре образа в сновидческих мотивах тебя направят, их найди в стихах. Даруя жизнь, но укрывая счастье, играя в паранойю каждый день, агония любви ведет к безвластью, но бег от боли и порочной страсти агонии тоски рождает тень. Вот это будет сделать совсем нетрудно. Она ведь хочет кольцо. Мы дадим ей то, чего она хочет.
сыграем по ее правилам. Но на самом деле выиграю я. Где ты был? Привет. Я взял выходной сегодня на работе. Подумал, нам не помешает проветриться. Думаешь? Что-то на тебя не похожа такая активность. Обычно ты любишь вдоволь поваляться в обнимку с подушкой. Ну или со мной. На крайний случай. Не сегодня. А что же так? Вернее, что же не так с вами, Артём Алексеевич? Собирайся. Пойдем. Такое знакомое место. Ты уже бывала здесь? Это тебе. Ты открыть не хочешь? Ах, да. Правда мне идет? Чтобы проникнуть в жертву подсознания, отдай, что нимфа жаждет более всего. Оно же станет сладким наказанием, ибо раскроет таинство того, что скрыто силой аметиста. Фантом, как демон долгой, стылой ночи, а мир — мираж, что в полусне застыл. Никто из нас, по сути, и не жил, танцуя в полутьме, почти без сил. Опасный танец острых многоточий. Мораль — невинность прячет между строчек. If you lie.
Come back and fire.